Керівництво Міністерства оборони не залишає військовослужбовців та членів їх сімей наодинці з їхніми проблемами, адже одним з найголовніших завдань оборонного відомства є соціальний захист військових. 1 лютого поточного року в Севастополі було відкрито регіональну громадську приймальню міністра оборони України. За цей час до закладу звернулося більше 800 чоловік. З якими проблемами звертаються до представництва міністра оборони України та як вирішуються ці питання – далі у наступному матеріалі. У регіональній приймальні міністра оборони України не проходить і дня без звернень. До них приходять і молоді люди, і діючі військовослужбовці, і ветерани військової служби. Питання різноманітні, починаючи з військової служби за контрактом і закінчуючи найбільш хвилюючими – житло та нарахування пенсій. Олександр Федорович дізнався про громадську приймальню з сюжету на нашому телеканалі. Довго не зволікав. Його питання, плутанина, яка триває вже не перший рік, пов'язані з роботою пенсійного фонду. Я вирішив подойти, проконсультироваться по вопросу, который меня очень беспокоил. Вопрос был связан с начислением пенсии, там с добавочкой по секретности. Уходил я в запас с должности, хоть и небольшой, но очень важной, в Москве, в одном из центральных управлений военно-морского флота. И имел право на надбавку по существующим документам на 15% к пенсии. А почему-то пенсионный фонд мне назначил только 10%. И когда я к ним обратился с официальным заявлением, они мне разъяснили, что у них документов соответствующих нет. Вот они всем назначают 10%, и вам тоже будет 10%. Но оказывается, в то же время, где-то там задним числом, мне стали платить 15%. Я об этом даже не знал. А недавно меня приглашают в пенсионный фонд и говорят: вы извините, мы вам тут вот переплачивали все время, оказывается. А в то же время мы вам в одном вопросе не доплачивали. Уже должна была вам проходить индексация к пенсии, которую мы вам забыли начислить. Так мы вам сейчас так. Мы вам за то, что должны за какие-то месяцы, за индексацию, соберем все это, посчитаем вместе, вычтем оттуда переплату, которую мы вам платили за секретность по эти 5%, сделаем перерасчет, а дальше потом будете получать 10%, но зато вот с этой самой индексацией. Олександр Федорович дуже задоволений роботою громадської приймальні, а саме майора юстиції Вікторії Захарової, яка є керівником установи і допомагає вирішити його проблемне питання. Очень хорошо. Настільки внимательно завжди вона, я от з нею вже третій раз розмовляю, настільки внимательно, скрупульозно, з изучением всіх документів, вона мені підняла, розпечатала там документи, на які можна сослатися, підказала, як написати. От зараз сочиню черновичок письма, с ней обсудим, потом отпечатаем и надеемся это дело выиграть. Однак не все так добре, як хотілося б. Останнім часом у місті стали з'являтися фірми, що надають платні послуги з вирішення різноманітних питань. Переважно військовим пенсіонерам. Багато обіцянок, багато недостовірної інформації, а на виході – тільки витягування грошей з людей. В останнє час участились вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, а именно с тем, чтобы увеличить пенсионное обеспечение и чтобы так называемая вынагорода денежная, которую выплачивают сейчас военнослужащим, была включена в пенсионное обеспечение. Вот. Ну, на данном этапе мы, конечно, эти вопросы рассматриваем, но вот пока они касаются только военнослужащих, поэтому у меня была бы огромная просьба к нашим пенсионерам, с учетом того, что появились некоторые фирмы, которые их консультируют, чтобы они за консультацией приходили к нам, и мы им расскажем все соответственно действующего законодательства, а не соответственно того, как их пытаются там неправильно проинформировать. Это очень важно, потому что ну, люди получают неправильную информацию и, соответственно, тратят время и деньги в ненужном направлении.
поэтому приходите к нам. Робота громадської приймальні завжди на контролі у помічника міністра оборони України Віктора Максимова, який оцінює її на відмінно. 9 місяців назад була створена по вказанню міністра оборони Павла Валентиновича Лебедева регіональне прийомне міністерство оборони. Я хочу сказати, що це дуже положительний результат. В каком смысле? Чтобы люди не ездили по своим проблемным вопросам в Киев, и не каждый сможет туда ездить. И здесь был создан вот этот оригинальный приемный. Первоначально я хочу сказать, что вначале было очень тяжело. Были большие проблемы. То есть был сначала один человек принимал, но с совместными усилиями мы добились, чтобы в региональной приемной работал обязательно юрист, финансист. Я постоянно веду контроль этой региональной приемной. Работаю непосредственно с этими людьми. И те вопросы, которые мы можем помочь, мы их решаем. Если мы не можем и станем решить, то мы отправляем определенные документы в другие инстанции для того, чтобы людям было понятно и ответить на их вопросы. Довіряти треба перевіреним. Саме такі люди працюють у регіональній приймальні міністра оборони. І пам'ятайте, якщо з'являється проблема, завжди є вирішення.